никогда не забыть Кагами Мицуха, женщине из Хиросимы, 6 августа 1945 года. В числе погибших при взрыве атомной бомбы оказалась ее семья. На улицах Волгограда гости из Японии. Тысячи километров по суше и по морю разделяют города-побратимы Хиросиму и Волгоград. Но люди, пережившие ужас войны и знающие радость мирного строительства, всегда найдут способ понять друг друга.